ребят. Сегодня с вами Иван, и несколько раз я уже читал там подобные комментарии под своими тестами на полигоне, где я тестирую в основном популярные модели металлоискателей. И видел некоторые комментарии на тему якобы, ну вот он там неизвестно что закопал, неизвестно на какую глубину, а может быть нас обманывает и все такое прочее. Нет, кого-то обманывать мне смысла совершенно нет. То есть если я сказал, что там лежит 5 копеек, например, Николая II, эпохи Николая II на 35 сантиметров, значит так оно и есть. Ну, может быть она лежит на 35,5, может быть она лежит на 34,7 сантиметров. Это никто не может гарантировать. Все зависит от положения катушки тоже. Но сегодня я хочу как раз показать. У меня есть новые цели. Это 4 чешуйки и пятак Екатерины II. Но вот за эти цели отдельное спасибо магазину у деда Мити. Дед Мити посмотрел тесты, видно, что оценил. И попросил добавить еще несколько целей. Я думаю, почему бы и нет, почему бы не сделать, учитывая, что чешуя, например, в моем регионе совершенно не попадается. Ну, вернее, попадается, но очень редко. Тогда наши земли были под контролем все-таки Ливонского ордена. И если чешую мы находим, то это или чешуя, которую потеряли торговцы, либо чешуя, которая была потеряна во время Ливонской войны, например. Ну, самое позднее, которое можно найти, это чешуя Петра I. Ну, и то не самый частый вариант, потому что Петр I наши земли взял только в 1708-1709 году. Вот, поэтому закопаем чешуйки на разной глубине. Я вам сразу покажу, как процесс выкапывания происходит. Покажу, куда я их закопаю, на какой глубине. Ну, будем тогда уж делать такие видео обустраивания полигона, так их назовем. Ну а пока давайте я разрою 5 ямок и затем вам покажу уже эти ямки. Так, как вы видите, мой полигон основной, где я до этого тестировал все металлоискатели на довольно простых целях. 5 копеек СССР 80-х годов. Кстати, вот эти 5 копеек советских, они как раз таки относятся к довольно сложным целям. И там они у меня закопаны от 5 сантиметров до 35 сантиметров. Затем дальше идет деньга 1730-х годов. 25, 30, 35 сантиметров. Затем идут двундели Александра I, 2 копейки 811, 812, 25, 30, 35 сантиметров возле пня, вот с той стороны. И сейчас мы видим, у меня тут новых 4 дырочки с этой стороны раскопано специально для чешуек. Ну, выкопал такие большие, чтобы тоже был нормальный шаг, что можно было сделать, и махнуть катушкой тоже. И потренироваться на разных настройках на каждом приборе. И вот эту ямку я выкопал чуть поглубже, специально уже для того, чтобы закопать в ней пятак Екатерины II. Ну что же, давайте тогда начнем определяться с первой ямкой. Я думаю, мы возьмем 15 сантиметров, потом можем взять 17, 20 и 23 сантиметра. Например, будет, я думаю, неплохо. Итак, наши тестовые цели, как вы можете видеть. Копеечки. Так понимаю, это чешуя Петра I, которая была найдена в кладухе. Было найдено много ее, как говорили ребята. Поэтому я ее выложу вот здесь, вот так, не потеряю. Ну, раз уж первая чешуйка к нам. Вот можете убедиться, что это оригинальная чешуйка, а не какая-то там. Не какой-то фуфил я вам тут показываю. Настоящая серебряная чешуйка. Так, наша задача ее закопать на 15 сантиметров. Возьмем рулеточку. Вот у нас тут 15 сантиметров. Посмотрим примерно. Так, от уровня земли 15 сантиметров, это вот сделаем площадочку вот с этой стороны. Теперь на эту площадочку уложим нашу чешуйку, даже немного приутопим ее, чтобы она была чуть поглубже 15 сантиметров. Видите чешуйку? Вот здесь вот чешуйка, вот она, красавица. Теперь мы уже определились
на 17 сантиметров, да? Я думаю, что большую чешуйку мы, наверное, закопаем на 17 сантиметров. Красивая такая. Вот, попробуем. Итак, следующая вторая ямка, которая нам нужна. И 17 сантиметров на нашей рулетке сейчас отмерим. Вот 17 сантиметров. Давайте-ка посмотрим. От уровня грунта 17 сантиметров примерно, это чуть за вот, вот здесь вот получается. Даже, я бы сказал, повыше. Вот. Ну, поскольку чешуйка большая, отклонение можно небольшое сделать. Вот. Тестовая чешуйка на 17 сантиметров здесь. Теперь берем следующую цель. Чешуйку. Еще одну. Следующую. Маленькая такая. Чешуечка красивенькая. И закопаем ее на 20 сантиметров. Так, чешуйка пока полежим. Откроем сейчас рулетку. Так, и 20 сантиметров. 20 сантиметров от земли у нас это вот здесь вот сейчас. Сделаем насечку. Сделали насечку. Вставляем чешуйку на 20 сантиметров. Так, поставил. Я их ставлю более-менее ровно. На... Не на ребро, а именно плашмя. Потому что на ребро такую цель, я сомневаюсь, что вообще любой металлоискатель увидит на ребре чешуйку на 20 сантиметров. Это уже будет, извините, уже чудо. Ну и 23 сантиметра попробуем поставить вот эту красоту. Тут даже немного Петр видно написано, да? Ну и всадник с копьем. Все по фэншую. Так, чешуечка, пока иди в сторону немножечко. Сейчас отмерим 23 сантиметра. Так, 23. Ориентировочно даже 25 получится сам хом-то. Вот 23, вот так вот должно быть. Так, делаем насечку. Вот сделали. Ставим теперь плашмя чешуйку. Вот она. Поставили, заталкиваем ее в грунт. Ух. Вот готово. Стоит чуточку под наклоном даже получилось. Так, а теперь главная наша цель. Тоже интересно. Пятачок Екатерининский, 1787 год. 87-й год, красотища какая. Цехан, конечно, так себе. Монетный двор тоже не определить. Так, посмотрим, сколько у нас тут цели получается. Сантиметров. Вот если до дна мы посмотрим, то до дна примерно... Вот если я руку так поставлю, ну, выходит 45. Выходит ровно. Вот видите у нас... Сколько там получается? На уровень грунта ровно поставим. Могу даже немного побольше ее прикопать, чтобы она была поглубже. Сейчас я ее там вот так вот еще в грунт копаю. Ну вот, получается между 47 и 45. Все видят, да? Вот пятак. Ну, теперь самое веселое, закапываем все это добро, чтобы видели, что я действительно закопал эти монеты, а не просто там стою и выдумываю, какая где глубина и какая где цель. Кручу-верчу, да? Типа запутать хочу. Нет, у нас все честно. У нас все так, как надо. Цель всего этого добра весьма проста. Мы делаем тесты. И делаем тесты просто так, для настроения.
Копать, конечно, интересно, но изучать металлоискатели свои тоже интересно. Ой, чуть яму-то не провалился. Так, давайте-ка трамбуем все это добро. Так, затрамбовали. Следующее теперь накидали и переворачиваем. Мох, кстати, очень быстро зарастает. Когда я выкапывал ямки для предыдущих целей, для первых целей здесь, сейчас уже вообще нет никаких следов, где и что якобы было зарыто и раскопано, и закопано. Поэтому я всячески подготавливаю таблицу, схему, карту-схему такую, где у меня написано, какие ориентиры и что и где примерно лежит. Конечно, лучше бы отметить это все обычными бутылочными пробками. Я что-то начал пробки собирать, что-то положил их случайно к себе в шкафчик. Жена заметила, видимо, подумала, зачем тут пробки валяются. Это ж мусор, и выкинула. Молодец, конечно, но надо будет заново попробовать. Будем дальше развивать мой полигон. И поскольку я иногда все-таки тестирую и делаю обзоры и провожу тесты глубинных металлоискателей, это в том числе металлоискатель от компании Golden Mask, серия Deep Hunter, Deep Hunter Pro 3, Deep Hunter Pro 3 SE, то я хотел бы добавить несколько целей на свой полигон. Это будут довольно-таки интересные цели, которые можно будет проверять и обычным грунтовым металлоискателем. Вот в качестве примера одна из таких находок, правда, совсем уж деформированная, поломанная, но в том числе она еще может использоваться для всех наших целей. Это каска немецкая, гансовская, да? Там еще даже видно белым фамилию владельца. Ну вот. Можно даже так ее примерить. Каска деформированная, но я ее закопаю на, я думаю, на метр, может быть, 1.20 м. И прикопаю сверху. Вот, будем ходить проверять, поймает ее глубинник и увидит ли эта цель обычные грунтовые металлоискатели. Вторая цель, которая, я думаю, будет очень интересная, это я хочу сделать небольшое поверхностное поле настрела, чтобы показывать, как можно отсечь. Просто взять и отсечь мелкие цели глубинным металлоискателем. Вот. Мне стало интересно, потому что я знаю, что на рамке это можно сделать, но как сделать это на катушке? При этом, чтобы не потерять глубинные цели. Может быть, затем я сделаю одну часть с настрелом, другую часть с настрелом, плюс глубокая цель, чтобы можно было пройти настрел, отсечь его и посмотреть, взял ли металлоискатель глубинную цель при отсеченном настреле. Но пока что создадим только одно поле с настрелом. Для настрела у меня есть набор гильз. Гильзы это самые обычные. Тут большей частью немецкие. Калибр 7,92. Обычный настрел от немецких пулеметов МГ 34, 42, карабинов 98К. Вот. Некоторые с пулями, некоторые без. Ну, большинство в основном гильзы. Что нам, собственно, и надо. Цветная цель. Давайте. Друзья, вырыл я вот такую ямку. В эту ямку сейчас будем укладывать наш настрельчик. Специально, чтобы сделать тут небольшое поле настрела, на котором можно будет проверять как раз таки отсечение мелких целей, ну, таких вот нежелательных, глубинником Golden Mask. Ну и оставим эти цели у нас на полигоне для дальнейшего изучения. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Так, цель номер один готова. Настрел насыпан и прикрыт. Обычно настрел всегда находится на поверхности, но под заросшим мхом. Ну вот, выкопали яму.
получилось 1 м 10. Стал, конечно, копать, но сейчас положу туда каску и прикопаю ее сверху. Ту-ду-ду-дум. Ту-ду-ду-дум. Это цели закопаны. Все, что хотели, сделали. За чешуйки и пятак Екатерины II отдельное спасибо магазину Деда Мити. Ребята реально помогли. Просто так отправили цели на тесты. Видно, что самим интересно узнать, какие металлоискатели и как глубоко будут находить их же цели. Да, но каску я тоже, кстати, прикопал на полигоне. И касочку, и на стрельчик. Так что скоро будут тесты и на каску. Посмотрим, как они будут брать всякие грунтовые металлоискатели, каску глубиной 1 метр в земле. И также и настрел сделали, но это больше для глубинника. Вот. Так что, ребята, оставайтесь с нами и смотрите дальше. Новые видео будут скоро, потихоньку будем выкладывать. Не пуха всем и хорошего копа. Пока.